Якутский борец Виктор Лебедев, которого не допустили к участию в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, из-за допингового скандала включен в список сборной России на официальном сайте Олимпиады. Отметим, что решение об участии спортсмена будет вынесено в ближайшее время. Напомним, двукратный чемпион мира по вольной борьбе подал иск о незаконности своего отстранения от Олимпийских игр 2016 в спортивный арбитражный суд в Лозанне, сообщает Якутия Медиа. По последним данным, Виктор Лебедев включен в список спортсменов, судьбу которых будет определять комиссия МОК из трех человек – Самаранч, РДНР и Бокель. Об этом пишет в своем инстаграме глава Якутии Егор Борисов. «Мы постоянно на связи с Виктором. Несмотря на все испытания, он настроен по-боевому. Окончательное решение будет завтра. Шансы есть». Конец цитаты.